Воскресенье. Молодой девушке по имени Маша нет спасения от надоедливых ухажеров. Я всегда жду встречи с вами. Я на флаге люблю тебя. А я тебя ненавижу. Это замуж ей пора. И Маша решается проверить чувства влюбленных в нее людей. Надо сделать так, чтобы было все естественно и правдоподобно. Я везде ищу тебя. У меня беда. Жребий брошен. Неожиданная новость быстро разлетается по приморскому городку. У Маши будет ребенок. Маленький ребенок. Что? Бедная Маша. Я сам ничего не понимаю. Вон из нашего дома. Ну, наконец-то, молодец ты мой. Но во что может превратиться ее беда, не знает и сама бедная Маша. Воскресенье на ТВ Русь.